Здравствуйте! Сегодня на обзоре налобные фонари NU17 от Nightcore. Продолжение брендовой линейки налобных фонарей становится все более технологичными, но при этом остаются такими же компактными и легкими. Новая модель располагает размерами 53,2 на 32 на 27,4 мм, при этом общий вес налобника составляет всего 46 грамм. То есть на голове фонарь не ощущается вообще. NU17 имеет довольно выносливый корпус, который отлит из поликарбоната, поэтому фонарь выдерживает падение с метровой высоты. Все входы снабжены заглушками, что соответствует уровню защиты IP66. В верхней части фонаря врезаны две кнопки управления со встроенным индикатором питания и процесса заряда, который также дублируется на главный прожектор. Благодаря удобным кнопкам фонарем можно управлять одной правой либо левой рукой, не снимая с головы. Крепежная скоба имеет систему вертикальной настройки фонаря до максимального угла в 60 градусов. В верхней части скоба имеет технологический козырек, который накрывает кнопки и предотвращает случайную активацию фонаря в походном положении. На голове налобник крепится при помощи эластичной повязки с инновационной системой отвода пота и боковыми пассивными светоотражателями для безопасного перемещения по оживленным трассам. На фронте установлено прочное защитное стекло, оно же линза, которое обеспечивает плавное рассеивание света до максимальной ширины хотспота 180 градусов. То есть глаз в темноте видит перед собой ту же площадь, что и днем. По центру врезан головной прожектор, который на максимальных оборотах выдает 130 люмен светового потока, при этом дальность луча составляет 43 метра. В минимальном режиме световой прибор способен отработать 150 часов. Это превосходные показатели для фонаря размером гораздо меньше коробки спичек. Далее идут еще два светодиода нейтрального ближнего света, которые покрывают площадь в 15 метров и отлично подходят для осуществления хозяйственных либо ремонтных работ. По крайним углам стоят два светодиода Red Light с двумя уровнями постоянного освещения и функцией маяка. Несомненным преимуществом фонаря является встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 580 мАч. При этом заряжать аккумулятор можно при помощи встроенного микро-USB-порта от любого гаджета, который окажется под рукой. В процессе зарядки фонарь всегда остается в рабочем состоянии. Бренд Nightcore дает полную гарантию на фонарь NU17 сроком на 5 лет. Теперь для самых терпеливых и внимательных зрителей, кто досмотрел это видео до конца, хочу сообщить хорошую бонусную информацию. При заказе у официального дистрибьютора Nightcore Украина вы можете назвать по буквам продавцу полное название YouTube-канала Каркаран Ал и тут же получаете скидку в размере 10% на все товары, которые вы сможете найти на сайте nightcore-ua.com.